субботнее утро предприятие распахнуло двери для маленьких агромашевцев, детей и работников. Проводить такой праздник стало уже доброй традицией. Четвертый год подряд около 300 ребятишек получили возможность увидеть своими глазами жизнь современного производства, познакомиться с новой техникой и хорошо провести уикенд. Полевая кухня, конкурсы, интерактивные зоны МЧС, фудкорт, а для любителей спорта – зона баскетбола. Этот праздник для нас очень важен, потому что не только наши работники – это ценный ресурс нашей страны в целом и нашего предприятия, но и их дети. Это самое главное, наверное. Мы пытаемся вот этим мероприятием взрастить в них как раз желание прийти работать там, где работают их мама и папа. Для нас это очень важно. Все очень классно организовано, интересно для детей, поэтому проводить такие мероприятия почаще. Очень понравился праздник. Спасибо бабушке Громаше, что для наших детей сделал такой красивый праздник, хороший праздник. Моему ребенку очень нравится. Ему 3 годика, но он мажет машин, вообще в восторге. Не остались без внимания юные художники. Руководство предприятия наградили участников конкурса детского рисунка, но на этом не остановились. Сегодня мы объединили 2 мероприятия, очень важных мероприятия. День открытых дверей и конкурс «Лучший по профессии». Почему они настолько важны? Чтобы младшее поколение понимало, насколько важна та деятельность, которую выполняют наши работники. Мы сегодня работаем над тем, чтобы уже со скамьи, со школьной скамьи прививать действительности и обучать настоящего инженера. В продолжении испытания для сотрудников. Мастера своего дела – токари, фрезеровщики, маляры, инженеры-технологи, электросварщики, слесари, электромонтеры – продемонстрировали теоретические знания и практические навыки. В общей сложности более 100 человек. К тому же, в этом году впервые показать высокий уровень владения основами менеджмента, логического мышления и вербальных умений было предложено руководителям структурных подразделений и их заместителям. В данном конкурсе участвует первый раз, но в спортивных мероприятиях участвую каждый год. Нам предстоит сделать сборку заготовок, чтобы это было деталью, и поставить на технику. Мы всех коллег друг друга знаем по всему заводу. Ну, посоревноваться между собой и знать, может, что-то другое бывает. Конкурсы постоянно у нас. И вопросы меняются, и задания меняются, по которым мы там схемы собираем по электрочасти. День, полный детских улыбок и профессионального мастерства. Для младших воспоминания о визите на Бобруйск Агромаш в будущем может помочь в выборе места работы. Для старших – лишний раз проверить свои навыки, проявить товарищеский соревновательный дух. Роман Костюков, Елизавета Житкова, Павел Зуев, Бобруйск 360.